10,000 people used to live here. Now it's a ghost town. Our so-called leaders prostituted us to the West, destroyed our culture, our economies, our honor. U.S. Marines stationed on high alert were given the order to invade the small... Nikolai! Foreman Seth! The crew is the Red Terry! Just as they lay waste to our country, we shall lay waste to theirs. You think this will stop the bloodshed? Вы все равно скоро сдохнете. Приветствую вас на канале Asmodeeplay. Мы начинаем игру Call of Duty 4 Modern Warfare. Как правильно, я не знаю. Так, новая игра. САС. Сначала давайте. Хорошая новость. В мире все отлично. В России идет гражданская война. На карту поставлено 15 тысяч ядерных боеголовок. Очередной рабочий день. Халед Аль-Асад в настоящее время является вторым по влиятельности человеком на Ближнем Востоке. Ходят слухи, что он намерен стать первым. Наша разведка следит за ним. А плохая новость? Сегодня к нам присоединился новичок. Его зовут Соуп. Итак, этот новичок — это я. Рад тебя видеть, дружище. Ты знаешь, что делать. Отправляйся на первую позицию. Прицелься и стреляй по мишеням. Первая позиция. Прицелься в мишень, Соуп. Отлично. Теперь стреляй по каждой мишени, целясь через прицел. Чудесно. Нет. Теперь стреляй по мишеням от бедра. Теперь я закрою мишень фанерой. Ты должен попасть в цель, пробить фанеру. Отлично. Пробивают дерево, гипс, листовой металл и другие непрочные материалы. Мишени будут появляться по очереди. Сбивай их все как можно быстрее. Отлично, дружище. Я профи. Из арсенала пистолет. Давай. Я что, и мать-то? Хорошо, теперь переключайся на винтовку. Теперь возьми в руки пистолет. Запомни, быстрее переключиться на пистолет, чем перезарядить винтовку. Ладно, Соуп, иди сюда. Вытащить нож можно гораздо быстрее, чем переключиться на пистолет. Ударь ножом по арбузу. Не. Отлично. Теперь ты гроза всех фруктов. Капитан Прайс желает тебя видеть. Давай. Капитан Прайс. Капитан... Вау, таблетка! Таблетка! Вы меня ждали? Я прибыл. Да, я такой. Полегче с ним, сэр. Он первый день на службе. Да, что у тебя за имя такое дурацкое? Соуп. Соуп, пора проверить твои навыки ближнего боя. Ближнего боя? Теперь ты должен спуститься с борта менее чем за 60 секунд. Рекордсмен у нас Газ. Он это сделал за 19 секунд. Удачи.
Давай. Бери МП-5 и 4 световых гранаты. По моему сигналу ты должен спуститься на платформу и тут же побежать на первую позицию. После этого ты спустишься по лестнице ко второй позиции. Затем переходи на третью и четвертую позиции и следуй моим инструкциям. Как только будешь готов, хватай веревку. Пошел, пошел, пошел! Огонь по мишеням! А, уже! На вторую позицию! Огонь по мишеням! Бросай гранату через дверь! Куда? Бросай гранату через дверь! Ну, давай. Бросай гранату через дверь! На четвертую позицию! Огонь по мишеням! Пошел! Я бы еще знал бы куда-нибудь. На шестую! Пошел! Блин, где шестая? Через дверь! Бросай гранату через дверь! Бросай гранату через дверь! Куда? Стой! Бросай гранату через дверь! Огонь по мишеням! На конечную позицию! Беги до финиша! Неплохо, Соу. Ни хрена не понял, конечно. Да и похрен. Если хочешь попробовать еще раз, забирайся по лестнице. Или подойди к мониторам, чтобы узнать результат. Господа, нам предстоит десантная операция. Всем приготовиться. 0-0-0. Вольно. Вы подвергли опасность членов своей группы. Вы промахнулись мимо троса, да и хрен на вас. Давай. Как только будешь готов, хватай веревку. Пошел, пошел, пошел! Огонь по мишеням! На вторую позицию! Огонь по мишеням! Бросай гранату через дверь! Огонь по мишеням! На четвертую позицию! На пятую позицию! Пошел! Огонь по мишеням! На шестую! Пошел! Бросай гранату через дверь! Огонь по мишеням! На конечную позицию! Беги до финиша! Неплохо, Соуп. Но можно было и лучше. Ну и хватит. Предстоит десантная операция. Всем приготовиться. Вылет в 0200. И вот мы начинаем свою Одиссею, ну, с четвертой части, правда, да. Соуп, новый игрок в команде, которая уже как-то придрочилась друг другу. Посылка находится на борту грузового судна. Эстонский регистрационный номер 527-75. Экипаж небольшой. На борту будет охрана. Можно применить силу. Экипаж разрешено ликвидировать. Вот это мне нравится. База, говорит Молот-24, видим цель. Расчетное время прибытия 60 секунд. Вот он корабль. Понял, 24. Давай, усатый. Ну, кстати, я тебя помню. 30 секунд, темнеет. Давай. Вот этих двоих я не знаю, но тебя-то я знаю. Проверка связи, переходим на шифрованный канал. Оружие к бою! Так, с глушителем, все нормально. Огонь по усмотрению! На мостике чистки, стрелять! Газ, оставайся на лбу, прием! Вас понял. Все ко мне! Так, мы поменяли. Рукопашку. На лестнице чисто! Нет. Последний раз. В коридоре все чисто! Сладких снов. Да. Жилых отсеков чисто. На палубе. Идем чисто. Дальше. По сигналу вперед. Так, а вы где? Готов, сэр. Рассредоточиться. Дистанция 3 метра. Я не понял, стой. Вы где? Так, ладно. Мне сюда, нет? Кого вы там смотрите? Двое на платформе. Я их вижу. Хорошо. Огонь по усмотрению. Вас понял. Террорист нейтрализован. Цель нейтрализована. Так, а мне не обязательно, да, было их убивать?
Так, ладно. Ладушки, ладушки. Где были у бабушки? У нас гости. Молот 2-4, террористы на втором этаже. Вас понял, вылетаем. Давай. Б-6, умолт качать с топлива. Мы уходим. Орлан будет на станции для эвакуации через 10 минут. Вас понял, молот. Уолкрафт, Гриффин, прикройте шестого. Остальные за мной. Вас понял. Так, идем на намеченной цели. Ага, не здесь. Вы меня ждете? Молодцы. Давай. Это я приберегу для более близкого знакомства. Золотые слова, дружище. По моему сигналу пошли! Проверить углы! Проверить углы! В коридоре все чисто! Идем дальше! Проверить углы! Справа все чисто! На лестнице чисто! У меня все чисто! Давай! Движение справа! Ну вы что, не убили никого? Все, я всех убил. Какой я молодец. Ой-ой-ой-ой-ой. Да. Террорист нейтрализован. В коридоре все чисто. Вот такой я молодец. Проверить углы. Проверить углы. Ждать моего сигнала. Теперь там уж можно просто шмалять. Давай, кто там еще остался? На помосте чисто. Я прикрою, давай наверх. Давай наверх. Все ко мне! По фронту все чисто. Давай, давай, давай. Террористов не видно. Идем до... так держать. Вау, террористов не видно, но он меня вырубил. Так, ладно, сейчас мы... покажем, как террористов не видно. На помосте чисто. Я прикрою. Давай наверх. Все ко мне. Так. Идем. И вот дальше. Здесь вот он прячется, падла. Так держать. Газ справа. Выполняю. Все, нету. Быть на чеку. Да и так на чеку. Готов, сэр. Пошли! Слева. Давай. Чисто. Справа все. Взял чисто. Взял самое убойное. Пошли! Движение справа. Идем дальше. Что там еще есть? Ой-ой-ой-ой-ёшеньки-ё-ё. По фронту все чисто. Пошли. Убили. Справа. Молодцы. Все чисто. Слева все чисто. Быть на чеку. Ждать моего сигнала. Второй готов. Первый готов. По моему сигналу пошли! Куда? Блин, меня загасили. Ёж твою мать. Если человек дает все возможное чего-то там. Ой. Да.
Я вроде всех загасил, нет? Террорист нейтрализован. Доложите обстановку. Все чисто. Все окей. Вас понял. Получен сильный сигнал, сэр. Кажется, тебе стоит на это взглянуть. Здесь на арабском. База говорит B6. Мы нашли объект. Посылка готова к транспортировке. Нет времени, B6. К вам приближаются два летательных аппарата. Хватайте, что можно, и убирайтесь оттуда к черту. Быстрый. Вот так вот. Наверняка миги. Нам лучше уходить. Соу, хватай декларацию из ящика, быстро! Где? Так, я все взял? Внимание, Гриффин! Доложите обстановку! Уже вертолеты, сэр! Противник приближается с воздуха! Так, мы не умерли. Нет, нет, нет. Как слышите? Большая, доложите обстановку. Пора уходить быстрее! Сваливаем! Отвечайте, черт возьми! Быстро по педалям! Давай, 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 давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Меня не пугают ни волны, ни ветер, спешу я к своей единственной маме на свете. Единственной маме на свете. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. И так не бывает на свете, чтобы не потерянный я. Ага, беги! Ну ешь твою мать! Как мы шли в верном направлении, а я куда пошел? Твою ж мать, а куда они ушли-то тогда? Давай. И я прыжок. Давай, усатый полосатый, тащи меня. Понял, сматываемся отсюда. Итак, игра подходит нас под группу Grand Courage. Конец связи. Поэтому нам так весело. А, ну и нам коньячок, конечно, помогает. Это да. Итак, начало. Это самое начало. Call of Duty Modern Warfare 4. 4. Call of Duty 4. Но помимо этого, помимо Grand Courage, мы также еще слушаем другие песни. Ария, Кипелов. Так что песни есть. Под чем мы играем? Так, что у нас с загрузкой? Машина. Отслеживание. Продолжать слежение. Следим. Следим. Кстати, под группу Арктида мы тоже играем. Игра происходит так же. Сегодня мы вновь восстанем, как единая нация, перед лицом предательства и коррупции. Ой! Мать его, какое ликование на улице. Одни военные. Не надо. Налейте мне стакан водки, я сам все скажу. Зачем меня бить и пытать? А, блатной, я тебя пристрелю когда-нибудь. Мы все доверили этому человеку, чтобы он привел наш великий народ к процветанию. Так.
танки, БТРы, вооруженные люди. Ну, якобы военные, на самом деле это, как сказать, военный переворот. Потому что раз военные сбунтовали, значит, военный переворот, я понимаю, так. Это очень плохо. И вот такие гандоны в классе приходят. Но к нашим монархам до революции он вступил в сговор с Западом, преследуя только свои личные интересы. Ой, да это везде, в каждой стране практически, которую я слушаю. Запад. Давай, беги, беги. А я быстрее, я на машине. Вот вроде улицы-то приличные. А вот люди, дави его. Эх. Пристрелили. Не повезло парню. Хотя я был действительно за него. Такие сговоры порождают рабство, а мы никому не позволим сделать нас рабами. Господи, какие громкие слова, но так мало действий. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Кого-то расстреливают. Или стрелка. Или расстрел. Ой-ой-ой, кто расстреливал-то? Вот они. Бандане, боевики. Тут он в бронетехнике выходит. Кошмар. Улица кошмаров. Да, это не кошмар на улице Вязов, а просто улица кошмаров. Вот. За граффити, может, я Путина нет нарисовал хоть? Нет. Прошло время показать, на что мы способны. Они недооценивают нашу решимость. Покажем им, что мы их не боимся. Ура, товарищи! Мы единый народ, и мы освободим наших братьев в зарубежных странах от оков. Где они берут эту надпись? От оков. Что-то за... оков. 19 век. Вертолеты. Вертолеты. Расстрельная команда. Наши войска сильны, наше дело правое. Кстати, расстрельная команда, это да. Уже в этот самый момент наши войска приближаются к своей цели. Мы так восстановим независимость некогда великой нации. Так мы восстановим независимость. Вы восстанавливаете. Потом расстрел идет, а вы просто воздух стреляете. А вы знаете, сколько стоит патрон? Какой он дорогой. Аккуратней, аккуратней. Берегите меня, священная война началась. Вот не на... Вот это священный сапог, что ли, был? Че это? Че за нахрен? Смысл меня контуженного тащить? Я должен быть хорош всецело, зная, что вы не пытали, не угнетали меня, если хотите казнить-то. А это по-дурацки получается. Ну, кстати, что я хочу сказать. Call of Duty по сравнению с Battlefield превосходит, да, по динамике, так скажем, по, ну, по графике я не знаю, по графике там, конечно, тоже, да, свои плюсы, свои минусы, они есть везде, движок, все там тому подобное, но так вот все и начинается. Смотрите, без руки, это я его оставил без руки, падлу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Погасили мне лампочки. Кстати, Итан Прайс, Аль-Асад только что казнил президента Аль-Фулани в прямом эфире центрального канала. У американцев свои планы насчет Аль-Асада. Аль-Фулани уже ничем не поможешь. Менее чем через 3 часа в России будет казнен объект под кодовым именем Николай. Николай? Николай, Николай? Наш шпион в лагере сепаратистов. Именно он передал нам данные перед десантной операцией. Николай, Николай, Коля. Проводим его. Мы позаботимся о наших друзьях. Уходим. Давайте, сваливайте. По-английски я день второй. Вот. День второй, это я знаю. Все остальное не знаю. Ждут нас в полукилометре к северу. Вау, винтовка! Вау, глушитель! Это кто, хорошие русские или плохие русские? Ну, открывать огонь при виде нас они не станут, если ты об этом. Я не против, Саш.
Противник убит. Огонь по усмотрению! Да я уже все сделал. Транслировавшийся по национальному телевидению. Слышите? Он обвинил Аль-Фулани в том, что тот ставил интересы других стран превыше своих соотечественников. Хотя... Лично руководил казнью. Падла. Ну нет, конечно, кого-то надо казнить. Ну, не мне, конечно, решать. Ну, многих надо казнить, да. А учитывая, что я ненавижу человечество, то да. Любим только животных и детей. Ну и женщин, конечно, некоторых, которые в здравом уме и памяти, с рассудком, которые понимают, что к чему. Вау. Так, а у меня есть бинокль? Установи мины у двери, а затем привлеки их внимание. Так. Ни хрена себе ты мне задачку дал. Так. Противник убит. Вижу противника на открытом месте. Спокойной ночи. Ни хрена себе. Убит. Так. Нет. Вау, какая игра, да, под коньячком, она кажется еще лучше. Ну, употребление алкоголя я вам не советую, если вы, конечно, не совершеннолетние. А, кстати, раз у меня запись происходит весной, и я видел туда выпускников, хочу поздравить с выпускным 9-й... Добро пожаловать в новую Россию, капитан. Девятые классы выпустились, да, видел их с ленточками. Сепаратисты вывели БМ-21 с другой стороны холма. Они уже уничтожили сотни мирных жителей в той долине. Не так быстро. Помнишь Бейрут? Ты ведь с нами? Ну, если очень надо... Еще бы, черт возьми. Так. Иван, приготовься к атаке. По моему сигналу. Да против кого воюем-то? Сюда. Отсюда ваши снайперы смогут прикрыть моих ребят. А, да. Вот сюда нам, к забору. Сейчас нам придется пострелять нехило. Снайперская группа на позиции. Газ, вы прикроете левый фланг. Суп, не снайпер. Всем отрядам приступить к штурму. Так. Но я не вижу. Чтобы люди Комарова могли приступить к штурму. Давай, я не вижу большинство. Куда стрелять? Так, к северу. Вот он, я вижу их. Черт, вражеские вертолеты. Ты ничего не говорил о вертолетах, Комаров. Я и не говорил, что их здесь не будет. Мы должны защитить моих людей от вертолета. Ай-яй-яй. Ну, пойдем. Мне нужен этот шпион. Тебе не о чем беспокоиться, капитан Фрайс. Возьмем БМ-21 и прорвемся напрямую к этому твоему шпиону. Доложите обстановку. Сколько еще времени вам нужно? Сэр, у нас гости. Приближаются вертолеты.
Сэр, может просто выбить из него всю информацию? Пока нет. На. Еще разок. На. Тихо, тихо, тихо. Нормально, пока идем. Перебегаем. Минус цель. Там брать, мои люди попали в окружение. Прикройте их с утеса. Где наш шпион? Время на исходе. Так помогите нам. Либо мои люди подберутся к деревне, тем больше у нас шансов спасти нашего шпиона. Людей не видно. Так, 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 так. Куда нам идти? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давайте, чё, к вам идти? Какой-то успех. Теперь за мной, к электростанции. На. Так, 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 так. Мы идем к электростанции, давай. Надо спуститься же. Начался окончательный штурм. Если твои снайперы нам помогут, у нас есть шансы. Довольно. Это наш. Уже начался решающий штурм. Если твои снайперы нам помогут... В доме. В доме. Доме. Так сложно. На северо-восточном краю деревни. Сол, газ. Мы должны добраться до того дома, прежде чем со шпионом смогут... Вперед. Вперед. Сваливаем. Хоп. Эй, хоп, хоп, вот я такой крутой, да, спецназовец. Да. Где еще есть? Давай. Опс. Ой-ой-ой. 51 метр. Сложно, он еще жив. Хоп. В каком доме ты находишься, падла? В этом? Газ, обойди здание и перережь провода. Всем остальным приготовиться. Так, где провода режут? Девять, восемь. Газ, выполняй! Так, электричество отключено. Вперед! Прибор ночного видения значительно все облегчит. Ты там?
где? Давай. Что вам нужно? Кто вы? Спецназ? Какие твои пироги? Это он. Собирайся и пошли. И ты сможешь? Да. Я и воевать смогу. Орлан говорит Б-6. Посылку забрали. Встречаемся на зоне посадки. Прием. Б-6, на связи Орлан. Мы в пути, конец связи. Пошли, пошли! Ну пошли. Даешь твою мать-то! Что за нахнагель? Почему я должен бежать вокруг? Давай. Блин, такая винтовочка, вот прям расставаться с ней охота. Итак, мы улетаем на большом воздушном шаре. Цель ниже. Что ниже? Задание выполнено. Ну что ж, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Оставляйте ваши комментарии. Увидимся в следующем серии. Пока!